Тревожным явлением назвали криптовалюту El Petro аналитики Института Брукингса США. По их мнению, криптовалюта в Венесуэле была создана для противодействия экономическим санкциям. Напомним, 3 декабря 2017 года президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о создании собственной криптовалюты под названием Petro, El Petro, обеспеченной запасами природных ресурсов. В ходе пресейла национальной криптовалюты было собрано 5 миллиардов долларов от 186 покупателей. С помощью технологии блокчейн Венесуэла намеревается укрепить экономические связи в сфере международных расчетов с крупными торговыми партнерами.